Министр здравоохранения Московской области наградил почетной грамотой участкового врача-терапевта поликлинического подразделения в поселке Новый Городок Медвежьеозерской амбулатории Щелковской городской больницы Валерию Иванченко. Одна из пациенток обратилась за помощью в поликлиническое подразделение. Врач Иванченко выехала к ней, сделала осмотр и смогла убедить пациентку лечь на госпитализацию, что фактически сохранило ей жизнь. Валерия Алексеевна достаточно молодой еще специалист. В нашей организации она работает 2 года. За это время она проявила себя квалифицированным специалистом. Диагнозы, которые с трудом иногда удается поставить таким врачам уже и со стажем работы, она поставила диагноз, так сказать, даже при первичном осмотре пациента. Для меня быть врачом в любое время готовой прийти на помощь человеку, который в ней нуждается, проявлять внимание, заботу и понимание к людям. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.